Вот он. Ух ты, вот эта свечка. Тихо. Вот он. О, тот, кого мы ждали. Опа, попался, который кусался. Всем привет! Сегодня собрался на рыбалку, буду рыбачить с подводной камерой. Ну, казус у меня небольшой случился. В камере нет флешки, дома я ее забыл. Но тем не менее буду смотреть подводную камеру. Возможно, даже вам кадры покажу. Ну, то есть вот этой камерой. К тому монитору приближу и все покажу. Собрал я подъемник, вот он у меня уже. То есть вон там прикреплена видеокамера. Шнурок идет везде по кабелю. И вот у меня здесь в итоге монитор, скажем так, от подводной камеры. Камеру и разряженную взял с собой. Дома не зарядил. И флешку вытащил. Ну, думаю, ничего страшного. Отправляюсь я в таком вот моторчике. Микацу 9,9 в душе 15. И лодочка Андромеда. Подъемник у меня 1,5 на 1,5. Ячейка 20 мм. Камера Калипсо В03. Сейчас немного отплывем. Прозрачность должна нам дать что-то под водой увидеть. Но тучки как-то заходят сегодня. Не знаю, посмотрим, что получится. В общем, пробуем. Сейчас маленечко лодку протаскиваем, чтобы можно было мотор спустить. Все, отправляемся в путь. Пробуем. Моторчик, естественно, на мелководный режим стоит. Может даже выше поднять. О, вот так вот будет лучше. Так, нейтралку. Поехали искать наш, или как, пошли искать больших сазанов. Надеюсь, они сегодня будут. Место посмотрим, где понравится. Там и запаркуемся. Так, ребят, получается, камера вот она у меня сама. Шнурок пошел. Он пока по веревке везде там, по палке. И потом вот он в итоге мониторчик у меня. Флешку, к сожалению, забыл. Но тем не менее, я думаю, даст нам что-нибудь поймать. Пробуем. Что здесь у нас с глубиной, еще сам не знаю. Сейчас все узнаем. Глубина должна быть здесь хорошая. Да нет, не так уж и глубоко. Всю камеру настраиваем, чтобы видно было все в ней.
ждем больших сазанов. Вот он попался, хулиган. Сазанчик маленький и карасик здоровый. Такого карася вставляем. Здоровый карасик. А сазанчик такой, он грамм 700-800. Отпускаем, пусть большого сазана приведет. Нет, вот. Опа. Опять маленький. Как будто он же. Ну что, брать таких, что ли? Не будем. Поймаем большого. Или маленьких пропускать, их на камеру опять же непонятно, какие они маленькие или большие. Ладно, дождемся своего сибирского монстра. Главное, что результат есть. Сазанчики плавают, это уже хорошо. Карасики плавают. Опа! Опа! Да, небольшие сами сазанчики. Ладно, вон карасик там. Да. Ёлки-палки. За лодку как-то зацепилось. Ну, килограмм. Фиг с ним, возьму. Карась зато хороший. Больше килограмма сазанчика возьмем. Вон он, датра плывет из ручей. Там в камышах где-то еще андатра бесится. Сазанчик пошел сзади. Ух ты, карась. Я подумал, что это сазан. Уже дернул. Ладно. Мелкая кольчушка. Караси прям на камеру плавали. Где? Вон они шмыгают. Сюда. Чтоб дуги ударяются. Вот сазанчики поплыли. Лебеди, он прям надо мной пролетает. 4 штуки. Сазанчики. О! И карасики, и черный. Все подряд похоже. Маленький сам выпрыгнул. Это у нас сазанчик. Килограммовый. Так. Попробуем сюда забросить. И сюда. Да ё-моё, опять меньше килограмм. Вот такого отпускаем. Вот он. Ух ты, вот эта свечка.
Тихо. Чуть через край не перевалился. Ё-моё. Цепляется. Иди домой. Вон полторашечка, уверенно. Опа. Карасей мелкий, ё-моё. Сазан смотался. Ну ладно. Дождемся же водить своего здорового. Это камера. О! Камера бух. Вообще забросил, решил камеру переставить. А, я думал, это карасик, это сазанчик маленький. Иди отсюда. Так. Так. Так вот. О. Отлично. О, сазан. Что, маленький такой, что ли, был? Говорю, в камеру непонятно, какие они. Ё-моё. Вот он. Вот он, вот он, вот он. Во. Тот, кого мы ждали. Свечки даже дает. Вон, драмочка-то и, наверное, есть сазанчик. Давай, успокаивайся. И пойдем к нам в гости в лодку. Давай зацепился. Сейчас зацепится. Ого. Вот это тот, кого мы ждали. Товарищ. Такой. 2,5 железобетона. Может и 3 килограмма. Иди ко всем. Опа, попался, который кусался. Сазанчик маленький, 2 карасика. Сазанчик такого мы отпустим. Карасей возьмем. Так. Сазанчик вот такой вот маленький. Грамм 600-500. Отпустим его. Пусть нам большого приведет своего дедушку и бабушку. Вот они. Карасей, сазанчик там еще был, но он высоковато был. Поэтому не попался. Хулиган. Тихо. Вот. На место идите. Ой. Ёлки-палки, мимо. Так, на место его надо положить. Так, еще один. Ковырялся. Ой, как красивый. Зачетный. Закончила сегодняшнюю рыбалку. Удачная была рыбалка и добычливая, скажем так. Но сегодня сазана мне большого не удалось поймать. Надеюсь, приплывет он ко мне в следующий раз. Хотя в камеру подобно видел и крупных сазанов. Удалось не поймать его. Несколько сазанчик. Раз, два. Там еще где-то помельче килограммовик. В общем, сазанчиков 5, где-то 6 мне удалось поймать. Ну и карасиков на жареху хватит. Прибуду сюда еще не один раз. И будет рыбалка более удачливая, более добычливая. На сегодня всем спасибо за просмотр. Ставим лайки, подписываемся на канал. Дальше будет интереснее. Всем пока.